Всем здрасте! Мы с Даришей заселять сейчас будем наших новых мышат в нашу новую клеточку. Да. И мама Катя нам будет помогать. Барончик тоже нам будет помогать. А сборку и обзор клеточки мы сегодня делали. Дарина помогает конять барончика. В отдельном видео. Вот такая у нас клеточка от фирмы Савик. Роди Хамстер. Обзор клеточки можно посмотреть в предыдущем видео. Сейчас мы покажем, как мы ее переоборудуем для песчанок. Потому что для песчанок не подходит. Во-первых, вот это колесико, оно скрипит. Во-вторых, когда мы добавляем опилки, это колесико будет настолько низко, что оно будет цепляться за опилки. И не смогут там бегать мышата. Поилочка Биба, которая входит в комплект к этой клетке, также, как правило, при добавлении опилок будет вытекать и протекать на опилке. Поэтому мы оставим вот эту зеленую тут часть в качестве домика. А лишнее отсюда сейчас уберем. Добавим опилки. У нас осина. Гипоаллергенная, ультрамягкая, очень вкусно пахнущая. Вниз под опилки мы добавляем ликвидатор запаха для грызунов. Я делала на него отзыв на сайте iRecommend. Ссылочку оставлю в описании. Замечательно убивает все запахи и долго сохраняется свежесть у нас в клеточке. Колесико мы поменяем на Трикси железное, потому что... Ну, во-первых, оно побольше по размеру, по диаметру. Во-вторых, песчанки любят все это грызть. И, скажем так, добавим туда также песочек для шиншилл, вот такой вазочки для купания песчанок. Песчанок не моют, они купаются в таких замечательном песочке. И не только чистят шкурку, но и любят туда ходить в туалет, поэтому... ежедневно там не обязательно, но, скажем, по мере загрязнения мы меняем вот этот песочек, а опилки остаются чистыми. Вот, ну, приступаем. План действия я вот рассказала, показала. Начинаем. Помощник у нас тут занят. Так, сначала вы там сначала мы уберем колесо. Да я могу так, наверное, да? Колесо, да, а вот не знаю. Наверное, поилку можно, да, вот так. А что ты боишься? Так удобнее, опилки же будет сыпать. Поилка в комплект к этой клетке входит на 100 мл Биба. Как правило, они подтекают даже без... Сначала наполнитель туда забрасываем, а потом уже все это ставим на место. Клетка бельгийская, производство Бельгия. Вот такие у нее размеры для хомячков. 55, 39, 26 высота. Колесо 20 сантиметров в диаметре от фирмы Трикси помещается. Если наполнителя немного сыпать, например, в одном углу. Давай, Катя. Так, нам как нужно распределить? Открой, я его распределю. Так. Вот таким образом я слегка добавляю ликвидатор запаха, сверху добавляем опилки, а мышки это все сами замечательно перекопают. Здесь эфирные масла, он очень вкусно пахнет свежестью. Так, опилки туда добавляем. Это чуть попозже. Это все надо, только чуть попозже. Да, ассистент нам помогает, наша Дариша. Бароша тоже тут уже со всех сторон. Так, сыпем. Да. Пол пачки смело высыпаем. Благодаря такой конструкции все эти клетки, дюны, так называемые, не дают возможности грызунам разбрасывать наполнитель за пределы клетки. Вокруг клетки всегда чисто. Маловато. Нам надо вот это все вот таким образом сделать. И ты хочешь, давай. Добавляю? Или ну, знаешь, давай, наверное, сначала нормально. Мы поставим колесики, а потом уже кормушечки, а потом уже можно будет и добавить, да. Что, по сути, это вот кусочки.
Ну, полпачки, видишь, маловато. По-хорошему еще бы добавить. Ну, но мы еще... Ну, давай чуть-чуть еще добавь. Просто потом нам надо будет поставить сюда все наши вот эти нужности. И должно еще остаться место для мышат. Не под потолок мы опилки будем собирать. Мышата все равно будут копать. Мышата все равно сделают так, как им надо. Наведут свои порядки. Мышонок уже наводит свои порядки. Да, Даришка вот активно все, помогает. Вот это теперь разбивай. Угу. И вот так вот. Чтобы всем мышкам хватило. Так. Не по нашей кровати. Так. Молодец, спасибо. Помощница дальше. Следующее. Сено. Ну, я не знаю, тут, по идее, хотелось бы поставить зеленый домик. Получится у нас теперь это все поставить? Да. Ну, может быть, получится. Мышки вот из этого они сена, сами там они сами все разгребут, да, соберут. Просто он уже не будет так стоять. Я могу а не важно, не надо, не надо его. Не какая надо? Разница, как он будет стоять. Главное, чтобы закрылась клетка. Ты что, волк? Так, вторая, где у меня синенькая была мисочка. Ага, мы сюда, а не лезет она да, сюда она. Из-под поилки. Ну и не надо, будет у них выход еще один, вход-выход, они любят. Так, теперь что? Червячков сюда будешь? Ну, червячков. Для кормления песчанок мы используем сушеных насекомых от фирмы Little One в качестве белковой пищи. Песчанкам, хомячкам нужна такая еда. И сюда тоже добавляй чуть-чуть сверху. Вот так, все. Кормушку, может быть, вот сюда поставлю как раз. Нет, тебе не надо червячков. Почему тебе орешек там? Так. Давай попробуем сначала. Примеряем вот это колесо. Оно тут замечательно встанет. Вот давай домик еще дополнительный поставим вот сюда. Вот этим домиком, может быть, и прижмется это все, чтобы не летало. Теперь, значит, где-то у меня вот эта штучка была. Так, это для стачивания зубов. И заодно у нас перекроет вот эту вот деталь. Так, что еще? Ага, ага, ага. Теперь у меня не помещается этот самый. Так. Значит, тогда домик не нет, подожди. Мы, ой, Даришка. Все, вот так. Вот так. Вот так поместится. Песок, колесо. Так. Поставь. Да, вот так все бабуля. Ну, домик мы можем и вот так поставить на втором этаже. Ну да, вот. Все. Теперь закрываем, значит, в качестве белкового корма добавляем к обычным вот кормам зерновым. Корм от фирмы Онта, гранулированный, в составе которого есть натуральный сверчок. Это белковое дополнение в рационе наших растущих грызунов. Это делаем мы и песчанкам, и хомякам, и мышам, и крысам. Так, теперь давайте закрываем Кать домик. Булочка, секунду, подожди. Мышка, осторожно, вот эти штучки очень хрупкие. Вот эти места, да, защелки эти. Я имею в виду вот эти ушки все. Теперь вот эти пазы важно попасть. Вот здесь такие отверстия, в которые важно, чтобы совместить. Мама, вот так. Да, тогда здесь у меня не... Так ты нажми ее, господи. Рукой-то поправь так, как тебе надо. Все. Нажимай, зеленый не бойся. Там. Ничего страшного, зеленый. Нажимай, не бойся. Зеленый поедет за этой штукой. Защелку он, защелку. Главное, чтобы вот эти боковины, пазы вот эти помещались. Я поняла. Надави на них рукой, не бойся. Я поняла, я все делаю. Просто на это надо время. Все, когда вот это все сходится, мы защелкиваем вот эти ушки надежненько. Все? Думаю, да. Переселяем? Да. Я буду переселять или ты? Да, я могу. Давай. Начинай. А это? Привет. Вот а туда кукурузку, это... туда тоже кукурузку. Поилку мы потом... Поилку мы прикрепим другую на решетку. Побольше поилочку. Положить? Да, кукурузку, это погрызушка. Привет. Это продается такая мини-кукуруза, так называемая. Ну, тоже в интернет-магазине. Специально для стачивания зубов твердая такая. Ну, ой, да. Ой, мне вот это нравится. Вот это что такое? Совсем вот это что такое, маленькая? Голова из тела. Вот так. Здрасте. Добрый день.
Это малыши на подращивание для создания новых семей. Клеток новых я купила много. Я потом еще сделаю обзор клетки от Фертпласт Мини Дюна. Все. Все переехали, это транспортировочный бокс у нас такой. И вот теперь, когда мы закроем... Мама, повивай яйцо! Подождите, давай, ребята. Тебе давайте вот паёчку. Это я не умею. Как это так вот так. Ты сначала понимаю, давай да. Мы ее вот сюда. Так, подожди, ближе. Вот так, чтобы об колесо не билось. Теперь протянуть и примерим, на какой высоте нам нормально. С учетом, что они у нас маленькие. Высоко или нормально для нормально малышей? Нормально, он только что доставал. Ну и все, тогда ну, теперь да. Просто вот так вот делаешь и все. А-а-а. И готово. И готово, все. Заселение прошло. Ну все, добро пожаловать. Но они еще все равно сейчас все это перекопают, закопают. Давай. Можно кормушку туда поставить, можно поилку перевесить. Все, с новосельем малышей. Теперь удобно за ними наблюдать. Очень мне нравятся все эти дюны тем, что... Видно хорошо питомцев. Мышки тоже счастливы, на мой взгляд, бегают, веселятся. Места у них прибавилось. И как только они подрастут, они мышку? Разъедутся в другие клеточки. Дать тебе мышку? Мы, кстати, не закрыли еще. Главное, барону не дайте. Я держу. Да, скажи, это я не боюсь, не то, что Агама, да? И я и боюсь. И тоже рыжий. Привет. 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 Держать? Правильно, а то сейчас... Еще один рыжий пришел. А то пришел охотник уже за привидением. И я маю. Вот этого маленького, этот маленький мне тоже нравится. А нет, вон там мой маленький. Я и тебя маю. Хочешь дать им сено? Yeah. Сено вот сюда засовывай, провалится. Вот им как понравилось, они не могут остановить. Она катается. Катается, да, она катается. Это девчонки, мальчишки? Это девчонки, это я отселила из разных семей девчонок маленького возраста, от родителей отселила. И когда у меня подрастут новые самцы неродственных кровей у бурмизов, хочу создать вот с этими разноцветными самками семьи с бурмизами. У меня есть тут тоже геноносители бурмиза. И посмотреть, какое у них будет потомство по цвету. Потому что у этих очень интересные окрасы получились. У меня таких даже еще вот черного с белыми вот такими воротниками и белым кончиком хвоста такого даже еще и не было. Он твой любимый куда пошел? Да, вон маленький. Вот маленький, он и лезет да. В домик. Видишь, в домик да. Лезет. Правильно. Занимай самое видите, лучшее. Как удобна эта клетка для наблюдения за питомцами, для детей вот такого возраста, как и Даришка. Даришке 2 годика да. У нас исполнилось недавно. И как в телевизор можно смотреть, да? Чем занять ребенка? Ну, котика еще можно поразвлекать. Хочешь кота? Вон он, мой маленький, побежал. Забрался, да. Пи-пи-пи. Опа, катается. И вот эта маленькая. Вот они, наверное, одного возраста. Вот эта черненькая. Да, из одного домика. Да, ну вот это смотрится, как поросеночек маленький. Что-то им в песок не запрыгнуть, что ли? Хочешь, я еще наклоню. Ну, они, может, еще просто не поняли, что туда надо запрыгивать. Не, наверное, им просто не запрыгнуть. Во-во, песок, да, вот так. Да, сейчас чтобы... я туда. Это вазочка кругленькая. Ну-ка, давайте. Вазочки кругленькие, вот эти литрушечки покупала в Озон. Очень удобные. Сейчас они шли там по распродаже. О-о-о! Маленькие. Я хочу какая-то. Забыла, сколько там. Кататься? Гулять пойдем? Миллилитров. Ты ножки не замерзли, тапочки на тебя? На площадку ходить? Пипихи. Да, Бороша, а хочется уже пипихи. Ой, как ты. Защищаешь мышек? Он твой маленький волнуется. Кукурузку нашел. Кукурузку нашел. Домик скатывается. Это мы еще, клетка у нас неровно стоит. На кровати, на наклон. Да я думаю, утром они уже перенесут этот домик куда-нибудь. Да, конечно, они тут все переставят так, как им удобно. И я хочу. Вот так можно поставить. Только главное вот ты эту крышку. Ты хочешь кататься?
Ой, ой, ох, смотри. Да, 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 это они всегда так, когда вдвоем набираются. Не надо, так не будут они бегать, это зубки им стачивать. Не вставляйте им палки в колеса. Да. Пусть бегают. Все, котеночек, смотри аккуратно, сейчас они как на колесо. Ай, я не ударься. Мама, я хочу еще покушать. Ну, что ты говоришь? У нас Дарина еще покушать. Кушает сисю в 2 с лишним годика. Да, маленький ребеночек. Ну, дорогие друзья, я на этом буду с вами прощаться. Как вы видите, нашим мышкам-малышкам понравилась новая клеточка от фирмы Савик. Роди Хамстер. Ссылочки на клеточки, на вазочки, кому интересно, оставлю в описании. Колеса Трикси я покупала в интернет-магазине Филя. Поилки новые, сделаю о них отдельный обзор. Это мы, дочка мне наш, как этот называется магазин? Шейн. Шейн. Интернет-сайт. Там же мы по интернет-сайт Шейн, это импортный что ли, типа Алиэкспресса, да? Да, да, да. Там же мы покупали вот эту игрушку для барона, обзор, который я уже делала. Вот. Если интересно, интересуют какие-то товары для питомцев, спрашивайте, ссылочки все дам, оставлю в описании, а также в описании есть ссылка на сайт iRecommend, где я пишу свои отзывы о каких-то товарах, которые либо нравятся мне, либо не нравятся, особенно по мере использования. Эти клетки я знаю, я ими давно уже пользуюсь. Великолепные клетки, поэтому стараюсь покупать именно проверенные фирмы. Ликвидатор запаха для грызунов я покупала в интернет-магазине Озон. Возможно, где-то и в других местах он есть. Артикулы, штрих-код я отзыв писала на сайте iRecommend. Можно посмотреть, и, возможно, этот товар можно найти в каком-то другом месте. Вот. Поилочки Трикси в основном всегда использую вот такие. Вот как на этой маленькой клеточке. Мне они очень нравятся для песчанок. 50 мл. Не текут, стоят недорого. В интернет-магазине Филя покупала. Про такую клетку я отзыв уже делала. И скоро будем получаем, скоро 9 числа привезут от Фертпласт мини-дюну. Как только она приедет ко мне, будет обзор клеточки Фертпласт. Они у меня тоже есть, просто на новой клеточке приятнее показывать, когда она не царапанная, когда в ней видно все вот так, как телевизор. Наблюдать за жизнью наших песчанок очень-очень интересно. Даришенька, попрощаемся с друзьями и подписчиками нашего канала. Да? Да? А что мы скажем? Пока. Пока-пока. И пиписям пока. А ручкам, ручкой помашем. Пока-пока. Увидимся в новых видео. Застеснялась. Увидимся в новых видео, дорогие друзья. Если вам интересно наблюдать за жизнью наших питомцев, оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал. Ой, сейчас бомбуля унесет. И да, вон твой любимый. Маленький сено там грызет. Да, если ты будешь пугать, сейчас бабуля унесет, не покажет нам больше. Но мышки-то не боятся, дедушка испугается. Да, ой, дедушка будет бояться. Он же не узнает тебя, Дарин, в такой маске. Он же подумает, это волк пришел. А дедушка у нас охотник. Борожа тоже не боится. Борожа сам кого хочет напугает. Дорогие друзья, до новых видео и до новых встреч. До новых встреч на канале питомника Мари Мистик. Здоровья вам и вашим питомцам. Бабуля, бойся. А что заикала-то? Замерзла, что ли? Или пить хочешь? Ой, бабуля боится. Ой, бабуля испугалась. Чего ты заикала? Икаю. Ой, ик. Сока попей давай.